Добро пожаловать, друзья, с вами Кот, и мы продолжаем играть в игру Suicide Guy Deluxe Edition. Сегодня у нас заключающая серия, вот прям супер-супер заключающая серия, потому что у нас осталось последние два экстра уровня, и все, игра будет пройдена на все 100%. То есть вот эти уровни, то есть главная сюжетная линия у нас пройдена. Погнали! Посмотрим последние два экстра уровень, значит, тут связанное что-то с крысой и что-то с каким-то зданием. Погнали! Вау! Какая-то кухня! Так, и мы находимся... Что? Мы находимся в каком-то бульоне. Так, Рататуй, это ты? Ты какого хрена ты решил меня приготовить? Так, как это? Что это такое? Стой, куда ты уронил его? Я не знаю, что это за кнопка такая. Вау. Крыса выбегает? Так, подожди. Что это такое? Стой, подожди. Так, теперь... теперь ясно. Вау, офигеть. Мы играем за крысу? И мы получили еще достижение к тому же. Так. Охренеть. Так, можно... Типа, слопать сыр? Прикольно. Так, давай-ка здесь слопаем. Так, отлично. Вау. Так, хорошо. Давай подумаем. Черт, крысу нагнули. Так, стой, пока выкини пульт. Выкини пульт. Так, давай сюда. Так, и поехали. Так, стой. Блин, это уровень довольно-таки очень необычный и очень трудный. Мы первый раз играем тут за кого-то. Не за главного героя, а именно вот за какого-то зверька и вот вообще в целом. Так, хорошо, что нам надо вообще сделать? Типа, пройти испытание? Как-то, ага, вот значит, смотри, мы идем сюда, 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 потом так, потом сюда и потом вот тут проходим. Заходим сюда и, значит, выпрыгиваем вот прямо куда-то к свечке. Я не знаю, либо крыса должна пожар устроить, либо что-то такое. То есть, либо эта свечка должна либо как-то поджечь этот котел с супом, и главный герой должен сам себя сварить, заварить. А это будет трудно, дорогие друзья. Это будет очень трудно играть за крысу. Черт, я тебе говорю. Это очень-очень трудно. Так, хорошо, давай попробуем сюда. Так, вот главный герой засранец решил нам такую задачку устроить сложную. Так, так, ребят, тут какой-то сложный маневр, я не могу его понять до конца. Смотри, мы должны как-то побежать и вот прыгнуть, но крыса слетает у нас. То есть мы, я никак не могу понять, вот как там перепрыгнуть. Офигеть, блин, это очень трудный уровень. Это очень трудный уровень. Это, наверное, самый сложный уровень. Я тебе говорю. Он, типа, интересно сделан в плане геймплея. То есть, никогда мы никакого зверька не играли. Опять же, повторяюсь, но... Вот как мне попасть? Я понять-то не могу. Как мне попасть-то наверх? Ну, то есть, не, я понимаю, вот, типа, нам нужно сюда запрыгнуть, но у меня слетает все. То есть, я не знаю, я косой, либо игра косая, вот, правда. Я как-то ровно пытаюсь это настроить, но не получается особо. Давай, заходим. Вот, к примеру, давай-ка вот попробуем вот сюда прыгнуть, но нет, не получается особо. Кстати, а почему бы и нет, смотри. Почему бы нам сюда не пройти и не здесь попрыгать? Конечно, давай, забирайся, крыса. Так, не хочет. Так, ладно, стой. Мы найдем какой-нибудь баг, я тебе говорю. Какой-нибудь веселый баг мы найдем. Вот, типа, смотри, мы уже здесь. Так. Окей. Может, тут... Нереально пройти эти места, я просто не знаю. Вот давай вот это пододвинем. Блин, слетает. Стой, не слетай, я тебе говорю, крыса, не слетай. А, там кнопка еще. Там кнопка, да ну вас, блин. Тут и так трудное испытание. Если я уж вот тут не могу перепрыгнуть и нормально пройти,
Хотя мы можем сейчас рискнуть, дорогие друзья, это сделать, конечно. Смотри, уже половина испытаний пройдена почти. Я тебе говорю, сейчас мы найдем какой-нибудь маневр интересный, где сможем запрыгнуть так и обойти все так круто. Во! Отлично. Так, что за фигня? А, типа... Зачем нам это? Так. Окей. А, хорошо, давай так. А, окей. Тихо, спокойно. Есть! Ну стой, куда ты перелетела-то так? Ты должна была там оставаться, бог ты мой. Так, стой, это какой-то реально супер-охеренно сложный уровень. Но мне интересно его пройти, хотя я не знаю, сможем ли мы вообще это как-то сделать, дорогие друзья. Вот, ребят, вот я даже смотри, вот как меня тут все выбешивает в этом уровне, что я даже не могу нормально запрыгнуть. То есть, вот, я вроде запрыгиваю, но оно все равно куда-то в баг идет. То есть, там происходят какие-то баги, вот я думаю, ты даже по мелькающей записке это видишь. Ах, так, спокойно. Я уже перепрохожу это 10-й раз, дорогие друзья, это какой-то ужас. Наверное, на этом уровне уже минут 20 торчу, если не больше. Так... Спокойно, черт, еще в лифт не хочет заходить. Ты посмотри, что делает. Так, давай, заходи. Ой, круто, я мимо лифта еще прошел. Так, видишь, дорогие друзья, что тут очень трудно. Тут, тут очень... Так, раз, два, 10. Так, отлично. Вот я не могу понять, вот что за кубик, вот. То есть, ага, смотри, если мы сейчас выроним пульт... Так, ты, крыса, стой там. Смотри, давай-ка туда сейчас радио нахер закинем. И еще что-нибудь, если я смогу взять поблизости. Что-нибудь есть такое, чем я могу еще взаимодействовать? Все, больше ничем. Я только радио смог закинуть. Есть. Тихо. Тихо, 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 крыса. Тихо, спокойно. Да ты чё, реально? Я смог это как-то сделать? Да ну вас! Я чё, это реально смог сделать? Охереть, так. Типа, стой, что это, динамит там, что ли, снизу или что? Так. А! Всё, главный герой жарится. Так, офигеть. Всё, короче, главный герой себя поджарил. Я уж думал, что я не пройду этот уровень, дорогие друзья. Это что-то супер сложное. Это, наверное, самый сложный уровень в этом месте. В этой игре вообще. Прям офигеть. Я просто без ума, что вот мы прошли этот уровень. Так, ну все, последний, ребят, завершающий уровень. Давайте посмотрим, что тут вообще нас ждет, что за здание, что вообще и как. Вау, тут целый город, Нью-Йорк, шикарно. Так, и нам везде предлагают купить эти телефоны и поешьте в бургерной. Так, а вот и бургерная, походу, где работает наш главный герой. Так, скорее всего, нам надо что, сожрать все бургеры? Ну, я не знаю, дорогие друзья, в принципе, возможно, тут такая тема. Так, хорошо. Класс. А можно пробежаться по городу? Вау. Так. Самокат. Давай погнали на самокате, ты чё? Давай, прыгай на самокат. Не, короче, с самокатом нельзя никак взаимодействовать. Большая фигура нашего главного героя. Так. Класс. Шикарно. Так. Блин, а что, мы даже сюда можем зайти? Мы даже сюда можем зайти, дорогие друзья. Это прям что-то, нечто с чем-то. И там есть город, боже. Это самый, наверное, большой уровень. Вот если честно, это самый большой уровень. Так. Хорошо. Давай-ка посмотрим, что здесь, что за коробка какая-то странная. Мы как-то должны, я не знаю, наверное, что-то сделать. А! Опа, опа, ребята, я понял, в чем прикол. Так, ну только как нам запрыгнуть-то туда?
Мы должны, походу, как-то зайти на здание, походу. Да-да-да-да-да, это все для нас предполагается. Давай-ка сейчас найдем какую-нибудь интересную штуку. Блин, ну вот это я понимаю, вот мир, где одни бургеры. Прям какая-то мечта главного героя. Так. А есть какие-нибудь еще моменты, где я могу запрыгнуть? Или это все, машины? Можно машине? Я могу за машину сесть. Вау, шикарно. Сейчас проедем, дорогие друзья. Так, поворачивай. Погнали на всей скорости. Бах! Шикарно. Так, теперь можно, я думаю, забираться. Прямо отсюда, если сможно. Хотя нет, придется отсюда. Так, видишь, главный герой не везде забирается. Так, хорошо. Отлично. Отлично. Так, хорошо. Так, и давай сюда. Так, сейчас допрыгнем. Отлично, хорошо. Так, отлично. О, хорош паркурчик. Так, теперь сюда. Так, теперь здесь пройти. Блин, классно. И домики тут прикольные. Так, все прям как в Нью-Йорке. В самом настоящем с Человеком-пауком. Здесь только Человека-паука не хватает какого-нибудь прикольного. Хотя наш главный герой уже Человек-паук в каком-то смысле. Стой, тихо, тихо, тихо. Куда ты упал? Так, давай, раз, два, десять. Полетели. Так, теперь давай сюда. Сюда, сюда, сюда. И опа, хватайся за поребрик, отлично. Так, ну чё, мы добрались, типа. Мы добрались до какого-то, до какой-то крыши здания, и что нам тут надо? Я не знаю, что нам здесь надо, дорогие друзья, вот правда. Я пока даже не представляю, что нам тут надо, правда. Окей, тут мы обошли. Может, куда-то дальше надо пропаркурить? А как я дальше-то пропаркурю? Тут больше некуда. Наверное, отсюда надо как-то. Да ну. А! Опа. Стой, какая-то странная фигня. Вообще не понял сейчас. Вот, ребят, короче, это начинает работать. Смотри. У нас, короче, что-то происходит со зданием. То есть, смотри, я покупаю бургеры. То есть, так, давай, выдавай мне следующий бургер. Так, стой. Дай мне еще бургер. Я по случайности сожрал. Короче, ну ты только что сейчас сам видел, как это здание наклонилось. Так, ну где бургеры? Так, ладно, я думаю, мы тут сделали. Во! Открылся магазин, ребят. Открылся магазин, значит, смотри. Теперь мы идем сюда. И, короче, сейчас должны что-нибудь взять. Типа, наверное, вынести вот парочку отсюда телефонов. Правда, я не знаю, вот... какой смысл тут с этими зданиями. Но, короче, типа, это все между собой связано. Типа, смотри, мы сейчас возьмем еще. Во-во-во-во-во, смотри, здание наклоняется. Thank you. Так. Так, ребят, последнюю попытку. На этом уровне я уже торчу полчаса. Я не знаю, что это очень... Это очень странный уровень, дорогие друзья. Прям очень-очень странный. И тем более я не особо понимаю, как его проходить. То есть, смотри, мы должны каким-то образом все-таки эти здания как-то, чтобы они вместе, либо как-то... чтобы наклонились они очень сильно, эти здания. Я просто не знаю, вот... Нам нужно какую-то бутылку колы в рекламе открывать. То есть, вообще очень непонятно. Это очень странный, дорогие друзья, уровень. Возможно, мы даже его не пройдем, я не знаю. Либо это... Потому что тут либо баг у меня, вот правда, я пока не могу понять. Вот, типа, смотри. Вот сейчас эти здания как-то наклонятся. Во, давай. И мы, типа, короче, вот так их. Я не знаю, давай. Давай. Бах, руш, я не знаю, что-нибудь. Я, в принципе, все здесь делаю, типа, но ни хрена не происходит ничего.
Так, ребят, короче, решил я перепройти данный уровень. Значит, смотри, снимаю я данный фрагмент уже на следующий день. То есть я совмещу два видео в одном, грубо говоря, потому что я так и не смог пройти данный уровень. Вот, и, короче, на следующий день, то есть сегодня, я решил его перепройти. Так что одно видео я совмещу с другим, вот, и выложу одним роликом. Значит, этот уровень, короче, очень сложный, так как я вчера уже поздно снимал, я уже не соображал, вот, что здесь надо делать. Но, оказывается, все довольно-таки на вид все просто, хотя очень все замысловато в данном уровне. Короче, вот как ты видишь, вот эти здания, вот эти три здания, они, оказывается, живые. То есть они, как в Little Nightmares, должны наклоняться и как-то шевелиться. Мы сейчас это все устроим. Значит, смотри, сейчас подгоним тачки. Вот к данной платформе. Вот эта крышка, которая находится... сейчас, короче, выйдем. Во. Вот эта крышка, которая находится на рекламе с колой, она неспроста. Короче, от этого зависит, так сказать, прохождение этого уровня. Смотри, мы должны вот в этой бургерной взять бургер. Типа выходим, покупаем, съедаем. Так, и так вот раз, короче, 5 надо, а то и больше сделать. Вот, типа, короче, все, здание начинает шевелиться, вот как ты можешь заметить. Мы должны отсюда выносить бургеры, съедать, короче, обратно заходить. Так, короче, вот так. И вот так. Сейчас еще один возьмем. Вроде, я думаю, достаточно. Так, теперь смотри. Мы должны вынести отсюда 7 телефонов. Короче, вот один телефончик. Кладем его просто. Так. Окей, вон, начинает наклоняться вот это здание. Так, выносим еще один. Так, раз. Это второй, короче, телефончик. Так, два. Сейчас, короче, вот тут его прям положим. Так, теперь третий. Так, отлично. Третий телефончик. Это очень сложный, оказывается, тактический уровень, дорогие друзья. Он даже посложнее будет, чем какая-то вот мышь, которая была в прошлом уровне. Хотя тут уровень тоже сложный по-своему. Так, окей, 7 штук надо нам отсюда вынести. Так, сейчас выносим. Thank you. Так, окей, кладем сюда. Так, сколько там? 5. И вот еще 2. Так, смотри, выносим вот этот. Thank you. Окей. Так, 6. И 7, короче, последний. Вот этот выносим отсюда. Так, и сейчас посмотрим. Во, вот это здание тоже наклонилось очень сильно. Довольно-таки. Так, теперь смотри, берем вот этот Mega XXL планшет и идем, короче, вот к следующему магазину. В следующем магазине мы должны, короче, вот выпить колы и также, короче, сделать так, чтобы все это дело прыгало каким-то образом. Короче, типа, смотри, так, выпиваем. Так, это уже можно выбрасывать. Так, и смотри, берем, короче, сюда и кладем. Во. Так, оно вроде должно допрыгивать. Сейчас, короче, посмотрим, как оно. Не особо так идет. Так, спокойно, подожди. Вот эта бутылка. Так. Сейчас, вот так, я думаю. Ну-ка. Во, вот это другое дело, дорогие друзья. Так, начинает набираться бутылка колы. Так, хорошо. Пока оно там набирается, мы быстро бежим сюда. Мы быстро бежим, короче, к этим планшетам, которые мы разбросали вот в этом месте. И просто сейчас их всех закликиваем. То есть покупаем бургеры. Так, и, короче, типа, вот, смотри. Начинается полная жесть. Быстрее, раз, два, 10. Хорошо, так. Все, короче, сейчас быстро бежим и нажимаем. Все, ура! Неужели это свершилось? Неужели это получилось? Все, короче, все здания разрушились. И мы прошли данный последний
экстра уровень. У меня ушло 2 дня, чтобы записать этот ролик, дорогие друзья. Так что надеюсь на вашу поддержку, что вы подпишетесь и поставите лайк. Потому что данные 2 уровня были сложны. Во-первых, с крысой очень трудный уровень был, но мы его прошли. Я вообще не знаю, каким образом, но мы его смогли пройти. Ну и также вот этот уровень, который я до сих пор вот все-таки до конца не могу понять, что это за уровень со зданиями, но все-таки он был интересный, своеобразный и очень сложный, потому что там нужно было тактически наклонить все 4 здания, типа открыть эту бутылку колы, короче, чтобы это все разрушилось, короче, жесть. Но мы все прошли, дорогие друзья. Вот эти уровни, те, кто еще не видел прохождение прошлых экстра уровней, обязательно посмотрите прошлые серии. Те, кто не видели прохождение вот этих всех уровней, тоже обязательно посмотрите основные сюжетную линию. Ну вот, ребят, прошли мы игру на все 100%. Посмотрели мы здесь все. Прошли мы здесь все. Финалы мы все получили. И на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.